Открытие смены в детском оздоровительном лагере «Лето моей мечты» отметили конкурсами и викторинами на знания героев пушкинских сказок. А вот как вы думаете, героем какой сказки может быть вот этот персонаж? Золотая рыбка. Сказка о золотой рыбке. Это старик. А у старика судьба была какая несчастная, правда? Кто его обижал? В музыкальном классе дети сами сыграли народную песню из оперы «Пиковая дама». Начальник лагеря Светлана Мизернова рассказала, на подготовку праздника у ребят ушло 2 дня. Каждый отряд подготовил сценку по произведениям Пушкина. Это было замечательно. Потом вот они приготовили газеты. Так? И, значит, вот выставку пластиковую, они уже сделали некоторые работы, посвященные вот за эти 2 дня Пушкину. Помимо литературы, детский оздоровительный лагерь постарался учесть все детские интересы. Для этого создали 6 профильных отрядов. Так интеллектуалы смогут заняться исследовательской деятельностью, а любители истории попробуют себя на поприще краеведения. Для дошколят отряд АБВГДЭК, который подготовит их к будущей учебе в стенах школы. Кроме того, при лагере действуют 4 кружка. Это кружок «Любознайка», это значит библиотека, там у нас есть интернет. Очень много книг интересных, энциклопедий. Есть у нас еще пластиковая мастерская, там, где они занимаются рукоделием. Есть у нас еще музыкальный кружок. Вот там они поют, танцуют, изучают наше русское народное творчество. Ну и, конечно, спортивная секция. Педагоги и воспитатели лагеря «Лето моей мечты» уверены, что смогут помочь осуществить детские желания и оставить ребятам замечательные воспоминания. Татьяна Хильчук, Василий Малухин, Александр Менщиков, Светлана Брагина. Информационное агентство «Курган.ру».